Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас сегодня, как обычно, обзор, утренний обзор базарчиков. Посмотрим, что интересного где есть и какие акции нам завезли. Так, бесплаточка. Часто очень, кстати, с бесплат начала падать. Легенда. Так, что у нас английский сервер говорит? Английский сервер питомцев продают. Это интересно. Фоба за 50 уже. Думаю, неделька он будет за 20, так, точно так же, как и оккультист. Ну, зефир, понятно, зефир дешевеет. Вот вам явный пример. 500 за сотку плюс топовые плюхи. Так, тут понятно, тут в два раза меньше. 50. Так, вот такой вот набор накопления, в принципе, тоже неплохой. Девятый Blade Dance. И такая акция за самоцветы. Ну, наборы снабжения, конечно, не равняется она с сервером, но все равно, как по мне, неплохо. Получше, чем на русском сервере, правда, цена тут такая не очень по сравнению с сервером. Так, что у нас дискаунт сегодня? Ну, давайте сделаем вот так вот. 15 уже, ребятушки, вот 15 коробочек было по 5, уже 15 сделали, 10 коробок таких. От сундуков, в принципе, неплохо. Так, а что еще есть? 4 карты. Ну, улучшали расходники, то есть собрать сейчас 30-й прорыв намного легче с донатом. Так, хорошо. Остров. Это радует. Островок, это хорошо. Что там, Ладай? Что-то тянется, тянется, никак догнать не может. Так, Манс, Империал, Покер. Выращивай. Чары. Больше ничего такого интересного нет. Хорошо, поехали. Поехали на русский сервер, посмотрим, что там у нас сегодня на рунам приготовили. Какие плюхи интересные. Что-то есть. Так. О, нифига себе, подарок за вход. Ничего себе, ребятушки. Ну, удивили, удивили. Офигеть. Забираем плюхи. Сейчас посмотрим, что есть за события. Так, магазин скидок, парящий остров. Так, хорошо, войти. Что в магазине скидок? 66 слизней. Блин, на многих серверах слизней уже продают за самоцветы. На русском, как обычно, еще этого не могут сделать. 120, ну, конечно, сравнивать магазин скидок АСРУ даже смысла нет. Открыт фонтан, нифига себе. Ну, опять же, не равняется с фонтаном на немецком сервере, который я вам показывал. Вот там действительно фонтан. Так, окей, поехали на рынок, посмотрим. 10 первых сумок зефира, большой пак такой, ну, честно скажу, ни о чем. Вообще ни о чем. Большой пак. Свален за полпака продается уже. Это уже получше. Космо 700. Это неплохо, неплохо. Так, вольт со старым скином. Ну, такое себе. Набор юбилея. Один. Ну, честно говоря, что-то такое. 100 осколков фобы. Такое, в общем. Так, самоцветные бонусы. Посмотрим, это, наверное, акция, которая дает дополнительно бонусы. Да, это она. То есть вы можете получить самоцветные бонусы. Ну, в принципе, как неплохо. 1 плюс 1 даже действует. Кузница есть, временные акции. Ну, временные акции, понятно, фонтан, ну, такое. Ну, радует вот это вот. Вот это реально радует.
потому что это халява, и очень крутая халява, с которой можно реально получить топовые плюшки. И она есть только на русском сервере. Странно, но настолки у нас таки нету. Настолка очень крутая. Ну смотрите, 5 косамов получили. Так, что тут у нас? 150, ну тоже неплохо. Я вам скажу так, как для бездоната получить такие плюхи, это очень круто. 15 картсмены, офигенно. Это реально круто, это можно потом смены делать. Так, 30 книг. 5 коробочек и поехали. Чик и 10 коробочек. Вот такие вот плюшки. Давайте поехали дальше. Поехали на Тайвань, забежим, посмотрим, что там у нас интересного есть на Тайване. Забежим еще на АЭС и забежим на Сардельку, на русский бездонат. Там тоже заберем плюхи. Так, смотрим. Так, что у нас на Тайване? На Тайване ничего такого особенного нет. Тут все стабильно. Тут стабильняк. Так, понятно. Здесь акции даже никакие не менялись, ничего такого. В общем, нет. Вот так вот. Давайте я попробую сейчас сардельку загрузить. Глянем, как нам повезет на сардельке. Так, сарделька. Настало твое время. Что-то так долго грузит. Не хочет сарделя грузиться. Ну, я вам скажу, 5 сундуков, 6 даже, блин, это очень крутой подгон, потому что может реально повезти. Вот, смотрите, если будет. Так, получить. Есть, забрали. Магазин скидок. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь. Так, войти. Ага, нам слотов не хватает. Ну, такой себе магазин скидок, конечно, печальный. Минус 50 даже. Все равно он, ребятушки, печальный. Но бесплаточка. Нифига, надо слоты на склад. Что там у нас забито так? Вроде ничего такого не брал. Так, окей. Что у нас тут с бесплаточки будет? Чик, ледяной дьявол. Ну... Коллеги уже повыпадали. Так, получите. То не все плюхи забрали. Так. Что тут нам пооткрывать лишнее? Ну, в принципе, можно вот этих вот гарнизонных попродавать. Холлингов. Ну, блин, поехали. Конечно, было бы неплохо талантики повытаскивать. Так, карточка вторая, это хорошо. Значит, у нас будет какая-то имбушка сейчас. Тык. Ну, камни аугментации для эволюции самое то. Отсюда исцеление у нас уже было. Камешки для прокачки скилла, неплохо. Четверки. Ну, такие камни. В принципе, для смотра, как вариант. Девятая рунка. Ну, блин, дайте коробочек. Дали коробки чар. Коробок чар у меня здесь хватает. Ну, в принципе, видите, кому как падает. Малыш Ник. Так, у нас малыш Ник, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Или нету. Малышник. Видите, тут уже нормально, кстати, героев. Да, малышник у нас уже на этом аккаунте есть. Ну, в принципе, и так, я вам скажу, довольно-таки неплохо.
Так, у меня тут смотра, их же можно улучшить. Оп-оп. Нормально так. Мы по чуть-чуть двигаемся к 100к, к первой сотне. Так, окей. В принципе, я вам скажу так, что халява есть халява, и даже такая халява, она неплохая. Поехали еще. Сбегаем на AS-сервер, посмотрим, что там интересного есть. Я там немножко силушку уже подкачал. Глянем, какие там плюхи сегодня есть. Так, отлично. Астоплэш. Что тут у нас есть интересного? Так, забираем плюшечки. Награда ежедневный вход в IT. Спасение. Забираем эти плюхи. Так. Что у нас на Айсе интересного? Ну, понятно, тут все. Накопление топчик, конечно. Так, плюх хватает. Коллекционер героя. О, неплохо, неплохо. Ого, нифига себе, посмотрите на этого коллекционера. За бабашку, конечно, здесь плюшки дают очень крутые. Так, и парящий остров, поехали. Чик, блядь. Это какое-то преследование с этими сумками. Я уже запарился, честно говоря. Уже задрало. Одно и то же падает всегда. Что за фигня? О, нифига себе, урник. Ну, опять же, это за донат. Это не для нас. Ну, а так, в принципе, на Айсе сегодня ничего нет. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Не забывайте за наборы. Всем удачи, всем пока.